Часто пассажиры спрашивают, вот почему нам задержали рейс. Чтобы вы им ответили, если бы вы с ними общались. Ну, мне приходится иногда общаться с пассажирами, потому что ситуации бывают разные. Пассажиры действительно иногда очень хотят знать, почему рейс задерживается. Ну, во-первых, это нечастый случай. Во-вторых, технические неисправности далеко не всегда приводят к задержкам. Практически все дефекты удается устранить до планового времени вылета. Вот. Но бывают такие моменты, бывают более сложные дефекты, как, скажем, к примеру, отказы топливных регулировочных агрегатов, да, на двигателях. Достаточно сложные агрегаты требуют достаточно сложного подхода, установка, проверка двигателя. И, к примеру, сама замена топливно-регулирующего аппаратуры на двигателе занимает часов 6. Естественно, когда стоянка запланирована часа 3-4, выдать невозможно, но и с неисправным топливным насосом, естественно, никто в рейс самолет не выпустит. Из опыта, да, прошедшего лета, то, что привело к достаточно продолжительным задержкам, после чего необходимо было и даже заменить самолеты, это столкновение с птицами. Конец весны, начало лета, миграция птиц, попадание птицы в лобовое стекло приводит к растрескиванию лобового стекла, либо попадание в двигатель, это неприятно, стекла надо менять, соответственно, двигатель тоже после попадания птицы нужно проверять. Хорошо, если птица небольшая и обходится незначительным там режимом повреждением лопаток входных, да, вентилятора. И иногда и ничего не приходится делать, да, но если повреждаются лопатки, их загибает, соответственно, тогда замена, это часов 14, это долго. Ну и вот это вот уже периодическая форма технического обслуживания, когда самолет может разбираться, в принципе, до основания, выносится весь салон, разбираются практически все технические отсеки, снимаются все агрегаты, большинство из агрегатов, проверяется целостность конструкции, там уже идет очень глубокие проверки, занимающие от недели до месяца. В данном случае, к примеру, вот на этом самолете обнаружили коррозию при разборке, ее необходимо будет устранять. Естественно, при планировании работ на трудоемких формах мы закладываем определенный промежуток времени в качестве резерва, чтобы самолет имел возможность дополнительного простоя, но бывают такие дефекты, которые выползают за этот резерв, которые невозможно предусмотреть, пока не разберете, невозможно увидеть, что там, к примеру, внутри крыла коррозия. Да? Поэтому снимаем, разбираем крыло, увидели, начинаем устранять, но время будет затрачено несколько больше, чем запланировано на простое. Естественно, мы сейчас знаем о том, что самолет будет стоять дольше, естественно, сейчас будет перепланироваться расписание, и хорошо, что у него сейчас запасы там 2 недели, а не последний день, да, перед выкаткой. То есть работы идут постоянно, и найти можно, в принципе, в любой момент что-нибудь. Это неизбежно. Это как работа с любым механизмом, с любой машиной, с автомобилем. Мы всегда работаем над тем, чтобы технический фактор не влиял на регулярность полета. Мы всегда с этим работаем, и это наша, в принципе, одна из основных задач. То есть первая наша задача – это обеспечить безопасность полета, в первую очередь. То есть все остальное отодвигается на второй план. Самолет в первую очередь должен быть исправным, безопасность полета должна быть обеспечена. Пока самолет не будет исправен в полном смысле этого слова, в соответствии с тем законом, который существует, да, понятие исправности, оно есть, оно прописано, и самолет должен соответствовать этому понятию. Пока он не будет соответствовать, соответственно, самолет никто в рейс не будет. Давить бессмысленно, да, это да, абсолютно, невозможно.